Команда наша всех сильнее. А вот и нет. А вот и да. Но правда, немцы бьют больнее. А вот и гетьман, господа. Слушайте прямо сейчас. Какая футболь или враг у ворот? Знаешь ли ты, гетьман, что такое настоящая футболь? А? Можешь не отвечать, вижу, знаешь. А рассказывал я тебе легенду Вестфаленского стадиона, что в Дортмунде. А? Можешь не отвечать, вижу, что рассказывал. Я два раза повторять не люблю, поэтому слушай еще раз. Их пилустиш михлазих лебедих. Я, das ist fantastisch. Он на тубах. This is good. Что с тобой, Гюти? Когда я подумал, что меня сегодня еще ждет я, das ist fantastisch, я подумал, какая классная штука жизнь. Я еще на тюрли. Слушай, гетьман, прямо сейчас этот немецкий город Мюнхен? Тёбюнхен и Мюнюнхен ждет Большунхен Приключунхен в этом Дортмунде хен. А что, наши футболюнхен не сыгрунхен без Тёбюнхен и Мюнюнхен? И Мюнюнхен! У немецкой сборной и Мюнюнхен возьмем с собой мяч мира и... Правда, они могут сказать, кто с мячом к нам придет от мяча... С нами будет. Нальют папе. А сколько папе? 10. Да, это что, праздник? По 50. Это ж для меня всегда праздник какой-то. А вот, гетьман, и наши немецкие друзья, в кавычках. А рядом с кавычками немецкие подруги. Ну чё, девчонки, отмечаем 14 ноября. 14? А что это за дата? Да, за дата. Вот за ней груда-то. Смотри, какие формы. Да у них одинаковые формы, смотри. Нацистки. Ха, так тут кроме как нацистки и смотреть не на что. А вот их футбольная сборная к нам чешет. Извините, мы сами немецкие. Если вы у нас выигрываете, мы вас немножко загоняем на перекладин. Маленький немецкий пошутилка. Что? Объелись германной кашей и у вас теперь Германия величия? Гетьман, не дерзи. Не дерзи меня за руки, я им сейчас. Вот ты, я? ты, а ну-ка ударь меня. Ты видел, а? Я? Но теперь ты, а теперь ты, и ты. Я. Ого. Ну, ребята, вы меня достали. Хватит. А вот теперь... Что теперь? Бейте его! Несколько дней спустя Вестфаленштадион в Дортмунде. Вот это была игра. Слушай, я одного понять не могу. Почему тогда вратарь не вышел? Ты имеешь в виду из ворот, когда нашим голы сбивали? Нет, из поезда, когда наши только в Германию выезжали. Так, как бы футбольно не было это признавать, небо немецкая сборная показала, что в Южной Корее и Японии нам нечего делать. Нечего нам делать ехать в эту Японию, когда есть у нас еще дома дела. Например, Мамалыга чемпионил. Далі буде.